мячу, что она, по сути дела, ногами делает главную работу. А все остальное Вознесский вперед гарантированно делает. Вы знаете, это ничего не говорит. Ковича это было, наверное, непросто, устала Кая. И выиграла на тайбреке. А сейчас в третьем сете ведет. Ждала, но, наконец, дождалась Маша. Вернее, собирала движение буквально по крупицам и собрала. 0-40 был счет, и вот сейчас уже Радача сильная, мощная, и снова не справляется Вознесский с ней. Забить. Как бы сдерживая свои подачи, проиграла следующие на подаче соперницы, проигрывала опять же свою подачу. Счет был 0-40. И вот тут она вдруг заставила себя гейма у Каролины. Но она в процессе самого гейма, в процессе розыгрыша соперницу. Идти вперед, рискуя. И всего у Маши 7 двойных ошибок. И 2 уже в этом сете. Ксения вот заставить себя играть еще острее, еще мощнее. Обычно в женском теннисе это как раз отсутствие. Все-таки проверить. Каролина упала, но что там? Что там случилось? Нет, по-моему, ничего. Хотела рвануться было назад и потеряла равновесие. Нет, ничего не было. Она испугалась, потому что у нее недавно была травма ноги, которая, ну, недавно прошла, а травму она получила гораздо раньше. Не, и не получилось больше. Не удается пока оторваться. Сделать хоть маленький задел, как он в 15-0. Маша позволила себе минутную слабость. По 30. Такая была обнадежная. Интересно, вот как находит свою форму Каролина Возняк? Она не находилась вот на пике своей формы, например, в начале победных турниров. А в этом году она выиграла 4, и уже... Вот и Маша, и Каролин, казалось бы, выложились. А в ответ все равно летит такой же плотный, неудобный... Был очень острый мяч, но мяч вышел. Вышел из корта, а жалко. Как бы было это. Без права на ошибку. Подка еще впереди, несомненно. Это еще только шаг к тем победам, к которым она стремится. Кстати, ее спросили, на вас не давит тот факт, что вас называют фаворитом номер 1 на US Open? Она говорит, нет, абсолютно не давит, потому что я не сомневаюсь, что мое время придет. Если я не сделаю, просто подождать. Я верю, что я должна стать сильнейшей. И вот сейчас Каролина Возняцки празднует свою победу над Марией Шараповой, над теннисисткой, которая побеждала здесь на US Open в 2006, которая имеет в своем активе победу в Уимблдоне, на Австралиан Опен. Но сейчас не смущает Каролин тот факт, что она сражалась с одной из самых сильных теннисисток мира.